Итак, всех приветствую на нашем канале. У нас очередная партия посылок. Тут у нас их 4 штучки. Сейчас мы быстренько их распакуем. Вместе с вами посмотрим. Не забываем подписаться, ставить лайки. Смотри предыдущее видео. Так, сейчас мы открываем нашу первую посылочку. Аккуратненько. Продолжим наше видео. Вот такая вот у нас тут рыбка. Приманка для рыбалки. Здесь их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас вот 10. Запах такой специфический, резиновый. Не знаю, или будет на них что-то даже подходить. Ну, вот такие вот у нас приманочки. Ценник будет в описании. Ссылка на данный товар тоже будет в описании. Ну, пришло. Уже это очень хорошо. Так что товар рекомендовать могу. Такие вот силиконовые приманочки. Все такое вот отлично. Так, что у нас тут еще? Ага, у нас тут еще что-то есть. Что-то не вылазит. Какой-то подарок. А, еще подарочек нам положил продавец. Вот такую вот одну рыбку. Вот. Так что. Ну, какая-то на виде червяка. То есть, снимаю я такой вот. Чтобы он играл хвостом. А может и будет в воде играть хвостом. Ну, у этого запах не такой специфический. Так что продавцу можно поставить 5 звезд и сказать спасибо. Так, все с этим разобрали. Следующая наша посылочка. Такая вот. Такая вот наша следующая посылочка. Резать не будем, будем. Аккуратненько резем. Так, а у нас здесь пришел. А, это у нас пришел массажер для затылка, как бы так сказать. Такого специально. У кого болит? Шея, говорится. Сзади специально. Вот какие-то вот тут. По описанию вот здесь вот должны быть какие-то специальные типа магниты, которые там действуют как-то так. Ну и вот так вот он это берется дело возле шеи. Так вот он надевается и так вот это все дело. Так вот это все дело у нас идет. Ну, посмотрим, что у нас. Потом покажу действие. Стоимость тоже там что-то недорого. Это, кстати, посылка с сайта Joom. Я ее на Joom заказывал. Так что стоимость что-то там где-то 15. Ну, будет. Будет и ссылочка, будет и цена. Наша посылочка. Вот такая вот. Аккуратненько. Аккуратненько откроем. Так, у нас здесь пришла изолента. Изолента приятная. Заказываю скидки. Ну и заказать. В принципе, товар, ну, распаковывать не буду. То есть, может, оно специально в этом. Так, товар, в принципе, такой обиходный. Хозяйство пригодится. Заказываю там по скидке. Ну, посмотрим, потом себе представим. Ну, ладно, строим все равно. Изолента. Так, где у нас тут начало? Ну, липкая, довольно-таки липкая, простая, обычная изолента. Тут на ней, кстати, надписи 3М. Так что, наверное, фирменная, будем надеяться. Такая вот у нас изолента. Стоимость будет в описании. Можно будет посмотреть, если что. Ссылочки заказать. Следующий наш товар. Последняя посылочка, четвертая. Как я такой вот. Здесь по ощущению у нас. Да, как я и думал, здесь у нас косметика.
Такая вот у нас косметика и помада. Вот. Так, что у нас это такое? Водка для глаз, подсказывает мне. Достанем. Вот такая вот. Что-то у нас проводительное. О, рисует это кисточка. Так вот она рисует. Черненький. Как у нас там по запаху-то? Не, запаха нету. Какие-то спиртом чуть-чуть пахнет. Вот, что у нас тут написано. Так, ну, в принципе, по-китайски нигде ничего нету. Вот, подводка для глаз написана. Так, следующая наша. Это у нас гигиеническая помада. Цвет меня. Да, должна, по идее, цвет меня. Стоимость там будет в описании. Переходим, смотрим, заказываем. Следующая наша. Тоже помада. Детская, да, вот такая детская гигиеническая помада. Его довольно-таки много. Так, самое интересное, что нигде не написано, что не по-китайски. Такая вот Pink Magic. Пахнет, пахнет жвачкой. Пахнет там как двухлечными жвачками. Так, это открывать не будем. Так, следующее наше. Посылочка, так, не посылочка, товар данной посылочки, все так запаковано, карандаш. Это у нас карандаш. Смотр оф, а, вот достойки, айслайн, угу. Да, карандаш для вас. Вот, тут тоже подводка на для вас. Ух ты, круто. Черным рисует. Это черный. Все, так вот сняли. В принципе, все товары достойные и можно заказывать. Ссылочка будет в описании. Заходим, товар приходит. Приходит в хорошем, как говорится, все запакованное. Все, нигде никаких изъянов, никаких проблем. Это у нас гигиеническая помада. Меняет цвет на красную жидкую. Заказывали, проверяли, все отлично работает. Так что на этом будем заканчивать наше видео. Не забудьте подписаться, поставить лайки. Вот. И не забываем писать комментарии. Всем пока, до новых встреч. Bye-bye.